Добрый день. Тема нашей сегодняшней передачи из цикла «Веды и мировая культура» — Владимир Высоцкий и веды. Может быть, звучит немножко неожиданно, но мы покажем, что ведическая мудрость коснулась и творчества Владимира Высоцкого, может быть, самого выдающегося барда 20 века, поэта, который стал, может быть, самой популярной личностью в России второй половины 20 века. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей, но один, если только можно, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Сложно найти какую-то тему, которая волновала людей того времени, которая не нашла бы своего отражения в творчестве Высоцкого. И потому, как это неудивительно, в его песнях можно найти кое-что и о ведах, об индийской философии, о йоге. И это не случайно. 60-е, 70-е годы 20 века – это эпоха, хотя и еще такого дремучего коммунизма, эпоха дремучего советского материализма, и все же что-то, какие-то идеи, какие-то крупицы знания, какие-то капельки индийской мудрости уже начинают проникать в сознание интеллигенции того времени. Не случайно в начале 70-х Андрей Тарковский поставил на Союзном радио детскую передачу о Кришне. До сих пор иногда можно услышать запись этой передачи. Сделаю тогда именно Андрей Тарковский. И вот Высоцкий. Сразу на ум приходит несколько песенок, достаточно известных, которые можем проанализировать сегодня. Смотрите, сразу вспоминается что-то из раннего Высоцкого. Говорят, что раньше йог мог ничего не брать в рот год, а теперь они рекорд бьют, все едят и целый год пьют. Чем славится индийская культура? Ну, скажем, Шива, многорук, клыкаст. Еще артиста знаем, Радж Капюра. И касту йогов странную из каст. Говорят, что раньше йог мог ни черта не брамши в рот год. А теперь они рекорд бьют, все едят и целый год пьют. А что же мы? И мы не хуже многих. Мы тоже можем много выпивать. И бродят многочисленные йоги. Их, правда, очень трудно распознать. Ведь очень много может йог штук. Вот один недавно лег вдруг. Третий день уже летит стыд. Ну, а он себе лежит, спит. Я знаю, что у них секретов много. Поговорить бы с йогом тет на тет.
Ведь даже яд не действует на йога. На яды у него иммунитет. Он под водой не дышит час, раз. Он не обидчив на слова, два. Он, если чует, что старик вдруг скажет стоп, и в тот же миг труп. Я попросил подвыпившего йога. Он бритвы, гвозди ел, как колбасу. Послушай, друг, откройся мне, ей-бога, с собой в могилу тайну унесу. Был ответ на мой вопрос прост, но поссорились мы с ним в дым. Я бы мог открыть ответ тот, но йог велел хранить секрет. Вот. Как и многое из того, что писал Высоцкий в 60-е годы, такая легкая песенка, шутливая, но на что интересно, уже что-то проникает. Уже 60-е годы прошлого века, и уже что-то известно о йогах. Какая-то необычайная каста, необычайные люди, необычайные способности. Ну, конечно, это более на внешнем уровне. То есть, что мы знаем о йогах? Ну вот, на гвоздях могут спать, стоять на голове, есть все что угодно, или не есть, не спать, не пить. Это внешнее проявление могущества йоги. Конечно, если мы будем изучать это глубже, мы узнаем намного-намного больше. Мы поймем, что эти внешние чудеса йогов – это просто, ну так, фокусы для неофитов. На самом деле йога – это путь развития сознания. Йог развивает способность своего физического тела, затем он учится концентрации, медитации и, в конце концов, достигает самадхи, постоянный контакт с высшей личностью. Это совершенство йоги. Об этом, конечно, Высоцкий в то время не знает, но то, что йоги что-то могут, это уже привлекает его внимание. Так, в общем, происходит и в наше время. Люди привлекаются какими-то внешними сторонами, они слышат, что йога позволяет улучшить здоровье, позволяет развить тело, сделать его молодым, полным энергии, сил. И в наше время йога, конечно, очень популярна, намного больше, чем в 60-е или 70-е годы прошлого века. Сейчас йога-клубы повсюду, реклама йоги висит на больших счетах прямо в Москве, тысячи людей занимаются хатха-йогой. Это модно, это престижно. Звезды Голливуда занимаются йогой, бизнесмены занимаются йогой, политики, даже известные политики в России занимаются йогой. Но затем происходит одна очень хорошая вещь. Когда человек начинает заниматься хатха-йогой, начинает заниматься асанами, пранаямами, постепенно узнает, что это только самое начало, и йога начинает вести его дальше. Сначала физическое тело, потом контроль ума, контроль чувств, дальше медитация. И дальше можем подойти уже к чему-то духовному. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но если жил ты как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризни. Досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораз. И если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться. Ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить гадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Да кто есть кто, да кто был кем, мы никогда не знаем. С ума
ума сошли генетики от ген и хромосом. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искус и удобную религию придумали индусы. Высоцкий очень остроумно и при этом очень точно описывает теорию реинкарнации, которая является стержнем всей философской системы вед. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после от прораба до министра дорастешь. Но если туп как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Тут уже одна очень популярная идея для тех, кто следует теории реинкарнации в Индии, что жизнь за жизнью можно повышать свой общественный статус. То, что у Высоцкого юмористически выражено как эта линия дворник, прораб и так далее, а в традиционной индийской культуре говорится, что так можно повышать свою варну или касту. Если в одной жизни вы шудра или рабочий и живете благочестивым образом, тогда в следующей жизни можете родиться вайшьей или торговцем. Если вы прожили благочестивым образом жизнь вайшьи, затем вы можете родиться кшатриям, воинам, правителям. И если вы благочестивым образом прожили жизнь кшатрия, тогда вы можете родиться брахманом, высшее сословие, интеллектуальный класс, класс священников. И еще один очень важный момент, что мы получаем тело, и это факт, так веды объясняют, по мерке нашего сознания. Если туп, как дерево, родишься баобабом или в другом месте. А если жил ты как свинья, останешься свиньёю. Быть может, этот черный кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Негодяй становится котом. Наоборот, хорошая собака становится человеком. То есть так, в этой шутливой форме Высоцкий очень талантливо выразил некоторые существенные аспекты закона реинкарнации, закона, который описывается в ведах и который действительно действует в нашей Вселенной. То есть действия наши на протяжении этой жизни формируют наше сознание определяет нашу следующую жизнь. Подобно тому, как костюм шьется по мерке, подобно этому же мы получаем тело по мерке нашего сознания. Если к моменту смерти, к моменту оставления тела мы деградировали, наше сознание деградировало до уровня сознания животного, получаем тело животного. Если сознание возвысилось, мы получаем более высокую форму жизни или более высокий статус в человеческом обществе, или более высокую форму жизни, вплоть до более высоких планет. Веды объясняют, что можно родиться как на Земле, так и на более высоких небесных, так называемых райских планетах. И очень интересная концовка. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы. Хорошую религию придумали индусы. Действительно хорошую. И хорошесть ее в том, что она дает практические результаты. На самом деле, любая религия, можем оценить ее по тому, насколько она может принести благо в нашу жизнь, насколько она практична, насколько она реально позволяет нам обрести счастье и радость в этой жизни. Смотрите, если мы поняли, по-настоящему поняли ведическое знание, мы поняли закон реинкарнации, поняли закон кармы, поняли, как нужно жить, чтобы постепенно возвышаться, переходя ко все более высокому положению, то наш удел – радость. Я от восторга прыгаю. Поем, прыгаем. Называется «Киртан». Киртан – это когда мы поем святые имена Бога, танцуем, прыгаем от радости. Это проявление духовной радости человека.
это радость. Да, духовные знания приносят радость. Знание законов этой вселенной приносит радость. Знание науки о реинкарнации, правильное его понимание и применение приносит радость. И что еще важно, что при этом мы избегаем искусов. То есть мы должны жить нравственным образом. То есть духовное знание всегда приводит нас к более нравственному поведению. Человек, который не хочет жить как свинья, чтобы не остаться свиньёю, не должен пьянствовать как свинья. Тот, кто не хочет стать тигром, не должен пожирать мясо. Тот, кто не хочет родиться деревом, не должен обнажать свое тело и так далее. Это очень простые принципы, и фактически Высоцкий так остроумно выразил это в своей песне, что просто по ней можно изучать теорию реинкарнации и некоторые существенные моменты, которые связаны с ней. И еще одна песня, теперь уже намного более серьезная. Это уже 70-е годы, когда Высоцкий стал шутить уже меньше, и ощущение трагической развязки его жизни стало приближаться все больше и больше. Гениальная песня, которая, как ни удивительно, это будет для вас, тоже выразила один очень важный философский момент, который содержится в Ведах. Это настолько ярко проявилось в этой песне, что это даже наводит на мысль, что Высоцкий держал в руках Бхагавад-гиту. Потому что одна картинка из английского издания Бхагавад-гиты, она просто совершенно явно проявлена в этой песне. И очень может быть что-то так, потому что его друг, скульптор Михаил Шемякин, с которым они регулярно общались во Франции, у него была английская Бхагавад-гита, это известно. Больше того, есть некоторые непроверенные данные о том, что и Высоцкий, и Михаил Шемякин встречались в Париже со Шрилой Прабхупадой, тем самым духовным учителем, который принес в современный западный мир ведическое знание, ведическую мудрость, который основал движение сознания Кришны в современном мире. Я несколько раз слышал эту версию, у меня нет ее фактических подтверждений, но похоже, что это могло быть так. По крайней мере, эта картинка из Бхагавад-гиты совершенно явно видна в этой песне. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю, я коней моих нагайкою стегаю, погоняю. Но что за кони мне попались привередливые, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Это классическая ведическая метафора. Колесница, запряженная 5 лошадьми, ездок и возница. Говорит, что колесница – это наше грубое материальное тело, физическое тело. Ездок – это душа. Душа, заключенная в теле, которая в оболочке этого тела путешествует по этому материальному миру. Кони – это чувства. Чувства влекут нас в жизни по этому миру. Возница – это разум, а ум – это вожжи. Эти вожжи, то есть ум, соединяют чувства с разумом. И эта аналогия очень глубокая. Она позволяет очень многое понять в том, как устроена психика человека, в том, как работает наше грубое тонкое тело. Смотрите, чувства по природе свои очень беспокойны. Они постоянно влекут нас куда-то. Веды говорят, что чувства привлекаются объектами чувств. Глаз хочет созерцать прекрасные формы. Нос хочет вдыхать прекрасные запахи. Язык хочет пробовать очень вкусные блюда. И так далее. То есть так устроены наши чувства, что они постоянно привлекаются к объектам, желая наслаждаться чем-то материальным. Поэтому нас привлекает что-то. Мужчина привлекает красивая женщина, женщину привлекает красивый мужчина, нас привлекают какие-то роскошные, богатые объекты, которые, как нам кажется, могут принести нам какое-то наслаждение. И затем через ум чувства дают свою информацию в разум. Простой пример. Мы идем по улице, видим, продается мороженое.
чувство сразу говорит, хочу. То есть вот вкусно, говорит язык. И ум передает информацию в разум. Хочу, хочу, хочу. Надо попробовать. Дальше все зависит от того, насколько силен разум. Если разум слабый, он идет за чувствами и подчиняется уму. Говорит, ну хорошо, ладно, буду есть. Буду есть, есть и есть, пока не заболею. Но если разум сильный, он говорит, стоп, нет, сейчас не время есть мороженое, можно заболеть, проходим мимо. Этим отличает человек с сильным разумом от человека со слабым разумом. Человек со слабым разумом постоянно подчиняется своим чувствам, и ум транслирует и оправдывает, это функция ума, ум всегда оправдывает желание чувств, ум строит планы. Хочу этого, хочу этого, хочу этого, хорошо бы иметь то, хорошо бы иметь это, хорошо бы иметь это. То есть кони несут нас, душа не может в это вмешаться. Колесница несет эту душу, куда несут ее кони? Зачастую к пропасти. Так и происходит. Человек, который не владеет своими чувствами, его судьба всегда печальна. Он может спиться, он может погибнуть от передозировки наркотиков, он просто потратит свою жизнь на бессмысленную погоню за удовлетворением своих страстей. Такая жизнь всегда приходит к краху, к печальному финалу. Собственно, жизнь самого Высоцкого не была исключением, и он чувствовал это. И отсюда этот постоянный образ. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкаю, стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю. Пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попали. Жить не успел, мне допеть, не успеть, и я коней напою, и я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю. Да, кони рвут, кони несут, надо это успеть, надо то успеть, этого хочется, того хочется. И разум недостаточно силен, и страсти разрывают. Но наука йоги, наука вед, она дает нам другую возможность. Нужно иметь сильный разум. Разум нужно укреплять. Практика йоги, изучение вед, сознательное движение по духовному пути, оно позволяет нам усилить наш разум. И тогда разум способен противостоять соблазнам. Чувства говорят «вот», ум говорит «хочу», разум говорит «стоп». Так появляется нравственность, так появляется воля, так появляется осознанное движение к более высоким целям. И тогда душа получает возможность управлять колесницей. Тогда уже не кони несут колесницу, куда попало. Нет, если мы начинаем жить сознательно, на основе духовного знания, душа, ездок, отдает приказания, разум, управляя вожжами, управляет конями, и колесница едет туда, куда мы хотим, куда хочу я, душа, я, личность. Я двигаюсь в сторону духовного прогресса, я двигаюсь в сторону самосознания, я двигаюсь в сторону обретения вечного знания и блаженства. Это путь йоги, это путь, который предписывают нам веды. Об этом Высоцкий, скорее всего, не знает, но он чувствует, колесницу несет, колесницу уже не остановить, колесница движется к пропасти. И отсюда этот постоянный рефрен
Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Что за кони мне попались, привередливые? Тут еще один очень важный образ, который также постоянно присутствует в ведах, образ времени, неумолимого времени. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я есть неумолимое время, разрушитель миров». То есть Бог, Верховная Личность, Он является тем, кто в этом материальном мире проявлен в форме времени. Нет ничего более сильного, чем время. Мы можем быть сколь угодно богатые, влиятельные, знаменитые. Время разрушит нас. Величайшие правители этого мира, величайшие диктаторы, все были уничтожены временем с легкостью. Время уничтожает все. Великие цивилизации, великие империи, камни не останется на камне от величайших строений, от величайших империй этого мира. Таким образом, и веды объясняют это, если мы не воспринимаем Бога напрямую, если мы не способны воспринять Бога как любящего Отца, как того, кто желает нам блага, как того, кого можно полюбить, как того, с кем можно иметь вечные прекрасные отношения, для таких людей Бог является в виде времени и, в конце концов, в виде неумолимой смерти, потому что смерть – не что иное, как проявление времени. Поэтому повсюду в мировой поэзии этот образ времени является очень частым. Время, которое разрушает все, время, которое не остановить. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, вскачь, не лететь. Но что-то кони мне попались привередливые. Коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Еще одна песня, о которой хочется вспомнить сегодня, хотя она, казалось бы, непосредственно не связана с ведами, с индийской философией, но в ней такая духовная жажда, такой духовный голод, а, собственно, эта духовная жажда и духовный голод и есть основной мотив вед, основной мотив ведического знания. Вы тоже наверняка помните эту песню, это уже из последнего периода такого самого трагического творчества Высоцкого. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. И не церковь, и не кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, ребята. Тут и трагическое осознание несовершенства собственной жизни, и трагического несовершенства всего, что окружает его, всего, что он видит вокруг. Да, конечно же, и вся эта советская реальность со всеми этими несбывшимися грезами о наступлении коммунизма, сплошной обман, лицемерие. Ну, это понятно, это очевидно для любого советского интеллигента. Но какая альтернатива? Кабак,
не то. Церковь опять не то. В храме смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, как надо. Да, казалось бы, церковь может быть выходом, но то, что видит Высоцкий в церкви, выходом не является. Религия должна приносить знания, должна приносить радость, должна приносить любовь, должна приносить блаженство. Это истинное предназначение религии в этом мире. И настоящая религия дает именно это. Но зачастую религия деградирует в Кали-Югу, в наш век. Религия теряет свой духовный смысл, тогда остается просто форма, пустое содержание. Дьяки курят ладан. Смрад, полумрак, нет радости, нет счастья, нет духовного знания. Иногда религия врождается в такую форму, лишенную истинного духовного смысла, и тогда это тоже не так. Нет, и в церкви все не так. Все не так, как надо. В сон мне желтые огни, и хриплю во сне я. По времени, по времени. Все не так, нет того веселья. Или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Дай еще раз, дай еще раз, дай еще много, 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 много раз. Дай еще раз. Пьешь с похмелья в кабаках зеленый штоф и белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Эх, раз, дай еще раз, дай еще много, 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 много раз. Эх, дай еще раз, все не так, как надо. И к концу жизни Высоцкий оказывается в таком вот духовном вакууме, и поэтому, конечно же, все больше алкоголь, наркотики и трагический финал его жизни. И все-таки надежда там была. В его поздних песнях встречается образ Всевышнего, мольба, стремление и самые последние слова. «Мне есть что спеть, представь перед Всевышним, мне есть». В чем оправдаться перед ним. Высоцкий вспоминает о Боге в последний день своей жизни. Это дает шанс. В следующей жизни Владимир Семенович Высоцкий продолжит свой духовный путь. А мы на этом прощаемся с вами. До следующих передач. Был шторм, канаты рвали кожу с рук, и якорная цепь визжала чертом. Пел ветер песню грубую, и вдруг раздался голос: человек за бортом. И сразу полный назад, стоп, машина, живо спасти и согреть. Внутрь ему, если мужчина, если же нет, растереть. Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги. Никто меня не бросится спасать.
и не объявят шлюпочной тревоги, а скажут полный вперед, ветер в спину, будем в порту по часам, так ему, сукину сыну, пусть выбирается сам. И мой корабль от меня уйдет, на нем должно быть люди выше сортом. Вперед смотрящий смотрит лишь вперед, не видит он, что человек за бортом. Я вижу мимо, суда проплывают, ждет их приветливый порт. Мало ли кто выпадает с главной дороги за борт. Море меня вынесет, а там гуляет ветер вверх и вниз по гамме. Со мною спустит шлюпку капитан, и обрету я почву под ногами. Они зацепят меня за одежду, значит, подать одетому плюс. Шлюпочный борт, как в надежду, мертвою хваткой вцеплюсь. Я на борту, курс прежний, прежний путь. Мне тянут руки, души, папиросы. И я уверен, если что-нибудь мне бросят круг спасательные матросы. Правда, с качкой у них перебор там, штормы от вахт не вздохнуть. Но человеку за бортом здесь не дадут утонуть.